привет! Меня зовут Артём, и я сегодня сыграю вам на открытом, в общем, музыкальном, но не только контроллере, который называется «Маном». Вообще, Женя меня попросил немножко о нем рассказать, но я, наверное, расскажу кратко. Если кому-то интересно, в общем, попробовать «Маном» и узнать, как он работает, то просто можете, да, ко мне потом подойти, как сказал Савелий, вот именно, да, вот в этой части, и я уже расскажу о нем подробнее. Вообще, «Маном» — это open hardware по определению, и помимо того, что вы можете купить «Маном» у производителя, вы можете его собрать сами по открытым исходным схемам, рисунком печатных плат и в том и код использовать, который тоже открыт. Сегодня я буду играть, используя также открытое программное обеспечение. Не совсем у меня свободное ПО используется в музыке, но в общем немножко покажу вам также в действии свои маномные приложения, которые вы можете скачать на моем GitHub. Да, если кому-то будет интересно, то адрес GitHub тоже можете взять у меня. Значит, ну и, наверное, я, пожалуй, начну. Thank you.
работает, да? Да. Да, и сейчас Иван Авдеев вам покажет вот ту штуку, которая... На экране сейчас вы видите, а у меня, собственно, все, спасибо.